Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, это Макс и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Будем играть новый режим, сейчас вам все расскажу и покажу. Кэт Макс, поздоровайся. Всем привет. Мы должны будем проникнуть в пиццерию, пробраться на крышу и взорвать вот эту напалмовую бомбу. Пацаны могут использовать разное оружие, всякие ловушки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Еще не придумал, как будет называться рубрика, надеюсь, уже в названии все будет видно. Ну что, пацаны, спауны поставим вам внутри. С Кэт Макса можем брать только один пилпак, это у которых только 750 жизней. И они не могут ставать невидимыми, они могут только тпхаться, поэтому у нас не очень большие привилегии. Ну и пацаны нас будут жестко мочить. В этой серии вы очень много увидите, наверное, выстрелов и всякой, наверное, веселой штуки. И будем начинать. Кэт Макс, я слышу, они уже там всякие штуки делают. Выдают себе. Так, ты полетел бомбу смотреть? Ага, ага, я смотрю. Ничего себе, они бабушкину калитку. Все правильно, все правильно. А ты же знаешь, что с этого пака есть плюш-трап, который все хавает. Пусть делают. Ребята, даю вам 20 секунд, и мы будем начинать уже нападать на вас. Ну не прям сильно жестко, а так, постепенно, чтобы было интересно. Это, ну, поэма, они будут очень жесткими. Ну да, ну я надеюсь, мы бомбу в этой серии взорвем. Кстати, эта бомба, которая на крыше, она сначала выпускает очень много газа, и потом поджигает его, и просто вся карта горит. А чё мы его не убили еще? Ой, Кэт Макс, Кэт Макс, обстоятельства, извини. Ого, а кстати, из жизни то у меня мало, у тебя оружие слабое, чувак. Такое себе, чисто поржать. Ого. Вот, это, кстати, мощное оружие. Ай, блин. А чё выпадает два штуканция? Я выпадаю. Так, давайте, чтобы сразу на улицу лечу. Продвигаться. Давай я возьму маленького все таки Мне он очень нравится. Давай, два челепиздрика выдвигаются. Отряд мелких. Отряд челепиздриков. А дверь, чего? Блин, не могу, пусть не пускает нас дверь. Надо на В пролететь. А, не, во, а как ты это сделал? Магия, понял. Так, там кто-то был. Эй, ты чё? Слышь, он стреляет уже. Так, давай как-то засаду. Один открывает, один мочит. Эй, жопа. Эй. А, я застрял. Дверь. Ты умрешь или нет? Так, Кэт Макс побежал уже. Он сныкался. Я вижу. Ай! Блин, прикольная рубрика. Мне нравится. Кэт Макс, это я тебя опять убил. Да. Да блин, почему я его не могу убить? А вот панчу их. О, смотри, что я сделал. Убил. Да, всех замочил. Я иду. Мочим. Давайте на... Давай, где крыша? А я застрял. Не знаю, давай будем потихоньку продвигаться. Они на раз так просто я не на пустят. На крыше. Они пытаются меня убить. Да у нас жизни мало. 750 жизней для такого количества людей это немного. Так, я вижу, он ходит. Стреляй. Ты чё просто... Помогает, крыша. Какая крыша? Я хочу его убить. Ах ты жопа, нифига себе он откидывает. Так, я побежал. А, не жестко. Есть. Кэт Макс, я их мочу. Блин, я в трупе застрял. Так, на крышу. А я не знаю, где крыша, Кэт Макс. А, сейчас замочит. Так, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. И на мой Инстаграм подписывайтесь. А, вот они уже здесь. Иду атаковать. Иду тоже мочить их. Почему не могу никого убить, не понимаю. А, у меня жизни мало, 30 жизней, текаю. А, жопа, мочи его. Ай-яй-яй. Вот это мы устроили. Меня... Так, давайте, кого я еще не брал? Вот этого злого Фредди. Блин, они вообще невидимые, никто не становится. Так, этот хорошо ходит и мочит хорошо. Так, Кэт Макс, где крыша? Веди меня. Идем. По дороге мочи всех. Ай, горю. Нифига себе, они как отбиваются жестко. А у них никак. Нет, очень сильно выносят. Да. Мы расслабились с тобой немножко. Все, я на полном серьезе буду их убивать. Во, вот этого еще не брал, который жжет. Слышишь? А, они бабушкину калитку закрыли. Все, я их ломаю. Я их взломаю.
Так, а где же этот крыш? Надо мне... Так, заходим сюда. Проходим сюда, выходим сюда. Отступаю. Так, это на улицу я вышел. Я сзади, убийца идет. А пострадай хоть кто-то. Вот это битва у нас. Ты чё тут расстрелялся, говно собачье? Я у кого бомбы, Димас. Я сейчас тебя открою бабушкину калитку. Я не знаю, как на крышу попасть. Я реально не могу найти вход. Я один раз увидел, больше не могу найти. Я сломал калитку бабушкину. Да? Меня убили. Да. Так, так, так. Я не буду пока бомбу взрывать, я посмотрю, посмотрю, как они отбиваются. Так, они ворота, короче, ставят жесткие. Да. Отбиваются, стреляют. Пацаны, смотрите, бомбу не взорвите сами. Ого. То ты там к ним лезешь, да? Да, пытаюсь. Так, я уже понял, в какой-то части карты. Надо направо сейчас сразу, когда я зайду, идти. Так. Сюда и направо. А, ничего. Ой! Ты чё тут расстрелялся, говно? Я около бомбы взрывать? Не, стой, я хочу на это посмотреть. Взрывай! Давай, взрывай! Она не взрывается, что ли? Сейчас взорву. Чё-то не получается, Кэтмакс. Не-а! Ого! Ребята, у нас следующий раунд, и будем взрывать 6... газовых бомб. Этого хватит, чтобы уничтожить всех. Кэтмакс, теперь мы должны как-то ускоренный раунд провести. Ты готов? Так, а где ты? Да. Я тебя не вижу. А я тут удаляю. Не нужно. Понял. Я уже выдвигаюсь до пацанов. Уничтожил. Я уничтожитель 2-0. Я ору. А, мочи, мочи, мочи их. Мочу. Во, газовые бомбы сработали. Одна вот. Только? Ух ты, жесть. Сейчас остальные. Давай остальные активируй, Кэтмак, чтобы было жестко. Еще, еще, еще. Вот это класс сейчас будет. Ой, как красиво это смотрится. И все? А нет, они тут все, сейчас все. Что-то слабо. Вон еще живые есть, я вижу. Все, во. Все вместе. А ну, умру я или нет? Бум. Вот это сильно жахнуло. Так, ребята, для вас сделаем в конце эпический взрыв. Ребята, заготовьте, возьмите все РПГшки себе в руки. Мы должны эту карту очень сильно поджечь. Так что... Или миниган возьмите, шестиствольный все. И быстро по ним надо стрелять вообще будет. Вообще можно админский пистолет взять. А он их сразу запустит все? А, сейчас подожди тогда. Немного? О, началось. Ого! Вот это я и так и хотел. Это очень сильно. Жесть. Еще остались бомбы. Сейчас еще взорвать. Ну? Бум. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!